Добрый день, уважаемые участники форума. У нас зрителей добавилось уже, можно сказать, да, потому что, как было уже сказано, самое интересное, самое основное мероприятие, главная дискуссия сегодняшнего дня начинается, и мы открываем пленарное заседание «Дальний Восток. Курс на креативную экономику. Новые возможности для личного роста». Приглашаются на сцену модератор и спикеры. Модератор дискуссии Роман Плюсов, ведущий телеканала «Россия-24». Также поприветствуем спикеров Михаил Азовцев, советник генерального директора Российского фонда развития информационных технологий, куратор проекта «Продвижение российских IT-продуктов в сети интернет». Афанасий Савин, директор акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха-Якутия». Друзья, давайте аплодисментами, аплодисментами бурными. Мичил Стручков, руководитель Ассоциации развития IT-отрасли Республики Саха-Якутия. Также приветствуем онлайн-спикеров. Роман Колупаев, генеральный директор фонда поддержки предпринимательства «Югры. Мой бизнес». Сергей Першин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида». И Дмитрий Гуляев, молодежный цифровой омбудсмен, директор Центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве университета имени Кутафина. Коллеги, добрый вечер. Давайте поаплодируем еще раз друг другу. Дарооба табарыстар. А? Мы же понимаем, о чем говорим. Приветствую вас на пленарной сессии форума «Дальний Восток. Курс на креативную экономику». Приветствую всех, кто в зале. Приветствую наших спикеров, кто к нам присоединился онлайн. Давайте поаплодируем друг другу. Вы молодцы, вы сегодня уже целый день плодотворно работаете. Плодотворная программа, важные и полезные темы, знающие спикеры. Я предлагаю в таком же ключе и продолжить динамично, максимально информативно. И вот давайте в самом начале, знаете, хотел бы коротко спросить и получить такой короткий ответ, скажем, блиц, устроим такой блиц по нашей теме. Вот наши уважаемые спикеры, как вы считаете, креативная экономика для регионов вот именно Дальневосточного федерального округа, поскольку у нас форум именно с Дальневосточным федеральным округом связан, это реальность? Или все-таки это перспективное направление? Вот что я имею в виду? Дает ли эта креативная экономика уже сегодня какой-то экономический эффект? То есть это рабочие места, это зарплаты, прибыли, какая-то доля в экономике? Или все-таки пока эта тема, скажем, второстепенная, потому что есть более значимые темы, такие как, скажем, северный завоз, ЖКХ, транспортная доступность. Это реальность сегодня? Или же это все-таки направление, скажем, перспективное? Михаил Викторович, вот хочу у вас первого спросить, давайте коротко, вот как по вашему мнению? Да, всем добрый день, добрый вечер всем. Спасибо большое. На мой взгляд, это реальность, безусловно, но перспективная реальность. То есть в любом случае ресурсоемкость и ресурсная направленность экономики ее никто не отменяет, но это вот это та же самая реальность, от которой никуда не деться, но вместе с тем действительно доля креативных индустрий, креативной экономики, она должна возрастать, и это будет. Ну, это факт, который происходит, это нельзя отрицать. То есть это реальная экономика и плюс перспективы, то есть нужно дальше развивать и дальше развиваться. Абсолютно. Ага. Спасибо. Афанасий Афанасьевич. Да, конечно, это реальность. Надо понимать, что на Дальнем Востоке есть Республика Саха-Якутия и все остальные, но с точки зрения развития креативной экономики. По сути, сегодня креативная экономика Дальнего Востока – это равно креативная экономика Якутии. Ну вот возьмем Якутия – это 90% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. Якутия – это единственный регион в России, ну, кроме Москвы и Питера, понятно. Ну, может быть, есть регионы, где там одна IT-компания появилась, как в Вологде, но в Якутии их целых две, которые крупные, с миллиардной капитализацией. Якутия – номер один регион в России по производству кино. Наша якутская видеоигра первое место занимает в Steam среди самых ожидаемых игр года. Конечно, для нас это реальность. Спасибо, спасибо. Реальная экономика, спасибо. Мичил Викторович. Так, ну всем приветствуем. Я хотел бы сказать, да, это реально. Мы вот сегодня об этом поговорим. То есть у меня тема будет, как раз расскажу про конкурс республиканский, который уже проводится 7-й раз. Да, и это вот прям доказательство, что у нас креативная экономика – это реально.
То есть что мы сегодня имеем? Мы имеем реальную креативную экономику. Спасибо огромное, спасибо. Давайте поаплодируем, друзья. Давайте. Понимаю, было непросто, был тяжелый длинный день, но нужно нам взбодриться. Роман Геннадьевич к нам онлайн из Югры присоединился. Роман Геннадьевич, как вы считаете? Здравствуйте, уважаемые участники форума. Несмотря на то, что Югра — нефтяной энергетический регион, меня слышно, да? Да, конечно, мы вас слышим хорошо, прекрасно. Отлично. Даже несмотря на это, в Югре креативная индустрия — это реальность, и уже несколько лет мы в этой реальности живем, как и весь бизнес, в принципе, развивается достаточно эффективно. Это один из показателей того, что у нас Центр развития креативных индустрий создан на базе фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Это не просто реальность, это еще и бизнесовая реальность. Понятно. Спасибо большое. То есть люди работают, люди зарабатывают, и экономика работает. Сергей Васильевич, тот же вопрос к вам. Да, добрый день. Надеюсь, меня слышно. Если да, слышно, все в порядке, да. Отлично. Вы знаете, это реальность для всего мира. Это реальность для нашей страны. Пример Якутии показывает, что это реальность для одного из регионов Дальнего Востока. И, собственно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы это стало реальностью для руководителей остальных субъектов. И вот почему, смотрите. Во-первых, Дальний Восток – это очень интересная территория с точки зрения этнического культурного компонента. Основу экономики Дальнего Востока, насколько я понимаю, да, сегодня составляют природные ресурсы. И мне кажется, что развитие креативной экономики могло бы сделать работу с этими ресурсами еще более эффективно. Рядом, посмотрите, новые колоссальные рынки. Да, мы видим, какие изменения сегодня происходят в мире, мы видим переориентацию, и мы понимаем, что 70% потребителей, вот они, в Азии, например, да. Еще один важный плюс. Рядышком с Дальним Востоком замечательные примеры. Например, Южная Корея, которая с помощью креативных индустрий сегодня добилась больших экономических эффектов. Это и южнокорейское кино, это и кей-поп, и другие различные индустрии. И еще, смотрите, есть проблема, с которой Дальний Восток постоянно пытается справляться. Это отток молодежи. Мне кажется, что развитие креативной экономики, развитие креативных индустрий в субъектах – это отличный повод для молодых людей остаться и работать дома. Сергей Васильевич, то есть куда развиваться, да? И пример Якутии может быть взят за образец. Все так. Спасибо. Дмитрий Евгеньевич. Да, добрый день, уважаемые участники форума, рад приветствовать вас. Конечно, отвечая на вопрос, не могу сказать что-то против своих предыдущих коллег. Конечно, креативная индустрия, креативная экономика сегодня — это реальность, но, на мой взгляд, это реальность, которая так или иначе обновляется и которая так или иначе совершенствуется. И эта модернизация, конечно, безусловно, связана с развитием и цифровых, информационных технологий, и с развитием государственной молодежной политики. Так или иначе, мы должны, как бы, это, я думаю, что учитывать, потому что действительно упор сегодня с точки зрения модернизации этой креативной индустрии делается на молодежную аудиторию, он должен там оставаться, на мой взгляд. Поэтому да, это реальность, но реальность изменяющаяся, как и многие другие сферы. Спасибо, коллеги, давайте поаплодируем, друзья. Вы знаете, то есть тема для обсуждения есть. Мы, в общем, все признаем, что экономика это существует, работает, есть куда развиваться, и развиваться нужно. Давайте и у зала спросим. Можно сейчас я обращусь в зал и спрошу, просто поднять им руки, как вы считаете, креативная экономика – это нынешняя реальность сегодня? Кто так считает? Так, ну, то есть насколько? Кто считает, что все-таки это перспективное направление, и сейчас все-таки рано говорить о том, что это доля в экономике, что это действительно тот сектор, который реально работает? Есть такие, но немного, но есть такие. Посмотрите, есть сомневающиеся, есть скептики, которые считают, что все-таки пока мы говорим о перспективном направлении. Михаил Викторович, у меня вот к вам вопрос. Вы
профессионально занимаетесь не только поддержкой разработок, но и продвижением российского программного обеспечения. Какую долю вот, в проектах, которые вы рассматриваете, которые к вам приходят, проекты, занимают регионы Дальневосточного федерального округа? Может, есть какая-то статистика там, ну или хотя бы примерно, чтобы понимать масштаб? Да, безусловно, статистика есть. И, к сожалению, да, к сожалению, Дальневосточный округ не занимает какую-то значимую часть в нашем потоке проектов, которые мы рассматриваем. Вот если мы говорим про 2019-2021 год, у нас порядка 679 проектов, которые мы рассмотрели, 146 из них поддержали. Причем это проекты большие, это не стартапы, потому что чек, с которым работает наш фонд, это от 20 миллионов рублей только грант. И вот за эти три года от субъектов Дальнего Востока, по-моему, 10 заявок только было, и один проект поддержан, это из Бурятии Тугнуйский разрез, да, там, угольный разрез получил грант. Все, больше у нас... А в этом никаких... году, в этом году, вот вы говорили, да, сколько проектов? В этом году мы уже получили порядка 700 заявок, там, безусловно, и доля Дальнего Востока чуть выше, но пока победителей нет, мы только в процессе рассмотрения. Вот осенью, надеюсь, там картинка чуть улучшится с точки зрения вовлечения Дальнего Востока. Коллеги, вот кто занимается разработкой программного обеспечения отечественного, вот просто должны это Михаил Викторович знать, они просто, потому что у него очень-очень внушительный бюджет на этот год. И бюджет пока не распределен еще. Да, коллеги, пользуясь случаем, есть небольшая презентация, если мы сможем пройтись 5 минут буквально. Попрошу тогда запустить. Но вы скажите, какой бюджет, чтобы мы понимали, а то я уже заинтриговал. Да, коллеги, коротко про наш фонд. Вот на сегодня, ну, учитывая вот беспрецедентные меры поддержки, которые государство оказывает IT-сектору, понятно, все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, здесь не надо ничего рассказывать. Вот на сегодня мы самые большие с точки зрения и бюджета, и какого-то федерального внимания. И те проекты, которые мы поддерживаем, они, по сути, охватывают всю линейку. То есть это, безусловно, не стартапы, но это уже проекты, которые имеют определенную первоначальную стоимость, большие. Разработка, доработка, внедрение. И у нас новая программа в этом году появилась. Мы даем гранты на продвижение в интернете российского софта. То есть если вы рекламируете свой продукт, вы можете обратиться к нам в фонд, и мы до 80% от вашего бюджета компенсируем. Коротко пробежимся. Вот по разработке. Бюджет на этот год 15 миллиардов рублей. То есть, коллеги, конкурс открыт, заявки можно и нужно направлять. Это очень хорошие деньги. Это беспрецедентные деньги. И, ну, для примера, в прошлом году у нас 4 миллиарда рублей бюджет был, да, в этом году 15. Да, здесь, ну, спасибо и правительству, понятно, здесь надо IT-отрасль поддерживать, потому что у нас Россия в тройке стран, наряду вот с нашими западными партнерами и Китаем, где есть разработки практически всех видов ПО. То есть у нас есть, ну, действительно сильные позиции, и тем более сейчас, когда западные вендоры успешно покидают наш рынок, ну, для наших IT-компаний, для стартапов и для уже состоявшихся компаний, ну, мне кажется, уникальное время, потому что и рынок освобождается, есть рыночный спрос. И государство поддерживает. Ну, мне кажется, ну, действительно отличная возможность и для молодых людей, кто хотел бы себя попробовать в IT-сфере, сейчас туда заходить, впрыгивать в этот поезд, потому что он идет с большой скоростью. Вот, возвращаясь к нашему конкурсу на разработку, мы сейчас собираем заявки, после чего экспертная комиссия эти заявки будет рассматривать с точки зрения их соответствия тем задачам, которые стоят в области импортозамещения, раскладывать их по корзинам, по направлениям, новые производственные технологии, информационная безопасность. Ну, у нас есть ряд таких приоритетных направлений. Сбор заявок еще идет, да? Сбор заявок, то есть еще можно идет, заявку можно подать, направлять, да? После чего... До какого числа? Сколько еще будет идти сбор заявок? Мы не ограничиваем какой-то дедлайн, потому что формально до 2024 года заявки принимаем, но есть вот определенное ограничение в виде бюджета. Соответственно, вот призываю всех, кто еще это не сделал, да, поторопиться. И в конце года... Опять же, грантовый комитет рассмотрит те заявки и выберет, которые необходимо поддерживать, да, с точки зрения вот задач государства.
Следующая программа, которая у нас есть, это поддержка цифровизации малого бизнеса. Достаточно легко работает. Из чего она состоит? То есть любой производитель российского софта может поучаствовать в этой программе и продавать свою программу малому и среднему бизнесу со скидкой 50%. То есть субъект МСП нажатием, одним кликом может приобрести себе ПО из списка со скидкой 50% от текущей рыночной цены. И оставшиеся 50% наш фонд компенсирует продавцу. При этом покупателю ничего не надо, ни отчетов заполнять, ни общаться ни с чиновниками, ни с фондами, ни с кем. То есть просто купил и пользуешься. Вот. И по Якутии у нас 2000 лицензий, если не ошибаюсь, малый и средний бизнес приобрел за прошлый год. И новая программа, коллеги, о чем я говорил, программа продвижения в сети интернет. То есть действительно, программа стартовала, пока мы гранты не раздаем, потому что компании, которые… То есть любая IT-компания, если она производит софт, либо же оказывает какие-то услуги в сфере IT, может претендовать на этот грант. В настоящий момент у нас отобраны рекламные площадки, где можно откручивать свою рекламу. Но это наши крупнейшие игроки здесь, очевидно. И западные компании, такие как Google, понятно, мы сейчас не рассматриваем в качестве рекламных площадок. То есть любая IT-компания, откручивая свою рекламу на этих площадках, впоследствии будет обращаться в фонд, и до 80% от рекламного бюджета, но в пределах 1 000 000 рублей, можно будет получить компенсацию. Выглядит это вот следующим образом. То есть аккредитация рекламных площадок и агентств по диджитал-маркетингу уже проведена нашим фондом. То есть на сайте есть информация, чуть позже я… Здесь вот у нас есть все контакты, поделюсь. На сайте можно всю информацию получить, направить нам уведомление о том, что вы планируете участвовать в программе, и в последующем, ну, начинать открутку рекламы, и в последующем мы объявим дополнительные, Минцифры России еще об этом объявит, начнется сбор заявок на компенсацию. Программа у нас рассчитана на 3 года, но думаю, что справимся быстрее. Там бюджет тоже достаточно существенный. И вот, пожалуйста, коллеги, телеграм-канал, ссылка по этой программе, подключайтесь, все вопросы можно задавать, отвечаем, там же контент весь представлен, как пользоваться программой, горячая линия. Пожалуйста, обращайтесь, пользуйтесь. Спасибо, по докладу все. Да, вы знаете, вот как вы сказали, что… Да-да, давайте поаплодируем, друзья. Спасибо. Как вы сказали, уникальная действительно ситуация сложилась. С одной стороны, конкуренты мощные, мировые, да, уходят. С другой стороны, государственная поддержка, надо пользоваться. Но вот на обывательском уровне, на уровне предпринимателей, вот когда говорят о грантах и о грантовой поддержке, да лучше не связываться. Вот так вот люди между собой, да? Потом не отчитаешься, потом больше проблем будет. Вот что сказать людям, у которых такое скептическое отношение, скептическое мнение вот к грантовой поддержке? Отличный вопрос. Действительно, распространенное мнение, что госденьги токсичные, не надо связываться. Ну, я считаю, что наш фонд – это отличный пример того, что вот такое мнение мы стараемся преодолеть и, наоборот, показать, что можно работать с госденьгами и нужно это делать. Мы сейчас существенно облегчаем процедуру как по получению, так и по следующей работе. Безусловно, финансовую дисциплину никто не отменял, госденьги, но тем не менее, вот у нас порядка 30 проектов, которые успешно уже реализованы, люди отчитались и с удовольствием рассказывают, делятся своим опытом о том, как все было, как они отчитывались, как они внедрили проект. Вот нас сейчас смотрят тоже и онлайн, и здесь, значит, предприниматели Дальневосточного федерального округа и Якутские, вы сказали, что доля их не так велика. С чего начать? Какие вот нужно вот первые, там, первые шаги сделать, чтобы претендовать на грантовую поддержку? Коллеги, у нас очень много каналов коммуникации, и телеграм-канал, и наш сайт – любым можем пользоваться. Задаете вопрос, я хочу получить грант на то-то, на тот. У нас есть даже чат-бот, он вас ориентирует и канализирует ваше обращение. То есть, чтобы уже в такую детальную разработку ваш проект поступил, все расскажем, покажем. У нас масса вебинаров проведенных, все на нашем сайте доступно. Ну, первым делом, да, изучите контент, пожалуйста, потом сформулируйте свой запрос, направляйте обращение, и далее мы уже, ну, индивидуально объясним, какой из программ вам целесообразнее пользоваться.
Потому что спасибо огромное вам, друзья, давайте поаплодируем. Потому что действительно ведь вот это информационное сопровождение и информирование людей, это вот часто становится главным препятствием. Потому что есть и поддержка, есть и государственные программы, а люди и конечный получатель просто не знает об этом. Да? И часто выходит так, что вот вроде все есть, а там предприниматель не знает, что можно пользоваться теми или иными поддержками. Это, кстати говоря, про информационный фон. Я как журналист и ведущий новостей знаю, мы когда про Якутию рассказываем, первое это что? Это сейчас у нас погода-непогода, пожары. Да? Следующее, что мы знаем вот стереотипно про Якутию? Самый большой регион, природные богатства, добывающая промышленность. Вот, Афанасий Афанасьевич, к вам вопрос. Хочу сказать, вот креативная экономика в этом списке новостей, на каком и в этом списке знаний о Якутии, на каком месте креативная экономика, по-вашему? Да, на самом деле вы абсолютно правы. На прошлой неделе мы заказывали опрос в ЦИОМовске. 1600 человек по России опросили, какие ассоциации у вас возникают, правда, со словом Якутск, не Якутия, а Якутск. Но 82% ответили, что в первую очередь это удаленная какая-то локация. Ну, то есть все, что связано с природой, холодом, севером и климатическими условиями. Действительно, хотя Якутия на самом деле сегодня совсем другая, но, тем не менее, вы правы. То есть 80%, да? 82%. 82%. Да. Тем не менее, я соглашусь с тем, что, наверное, и вчера, и сегодня, и завтра сырьевой сектор, он еще и будет локомотивом нашего экономического роста. Почему? Если мы посмотрим на 2005 год, то мы видим, что доля сырьевого сектора у нас в ВРП была 39,5%. Сейчас уже свыше 50%. То есть доля сырья, она только растет. Якутия сегодня не только алмазная республика, это еще и нефть, газ, золото и все остальное, все, что там в таблице Менделеева есть. Но если мы смотрим на структуру занятости, то мы видим, что она примерно, доля занятых в этом секторе остается на том же уровне 9,5-10%. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что все больше и больше новых добывающих производств, тем не менее слишком много рабочих мест там уже создаваться не будет, потому что там все автоматизируется, оптимизируется. Если раньше Якутугли работало там свыше 10 тысяч человек, они добывали 10 миллионов тонн угля, сейчас там они добывают такую же массу угля, и там работают в несколько раз меньше человек. Я думаю, недалек тот день, когда вообще будет безлюдная карьера, когда будут очень маленький у них штат, сидеть в штаб-квартирах, инженеры, на вертолете, куда нужно летать, а добычу все будет вести практически там беспилотные, ну, условно, БелАЗы. Поэтому для нас, как для региона, конечно, важно ответить на вопрос, а где наши люди будут богатыми и счастливыми, где они будут зарабатывать хорошие деньги, где они будут себя реализовывать полностью, где они будут делать вещи, которые будут востребованы по всему миру. Поэтому, конечно, мы делаем ставку на развитие несырьевых отраслей, на в том числе и креативную экономику. Но здесь я не соглашусь с вашим первым вопросом, что креативная экономика только направление. На самом деле нет. Конечно, в целом важно понять, что такое креативная экономика. Да? В первую очередь это креативные занятия. Их всего около 2000. Это те занятия, которые связаны с творческим, интеллектуальным началом человека. Это те люди, которые занимаются, конечно же, IT, аналитикой, маркетингом, брендингом, журналистикой, коммуникациями и так далее. Вот те отрасли, где доля таких занятий свыше 30%, называется креативными индустриями. Но если мы говорим про то, как про направление, то есть мы говорим, что давайте вот эти креативные индустрии сделаем больше. Но мы же смотрим это именно как на креативную экономику, то есть на совокупность вот этих креативных индустрий и тех занятых, которые в том числе находятся в традиционных отраслях. Потому что мы считаем, что чем выше будет так называемая креативная интенсивность, то есть доля таких занятых в целом по экономике, тогда это будет в целом отвечать в том числе за развитие бизнесов, за их конкурентоспособность. Но вот меня сейчас спрашивают, да что там твоя креативная индустрия и там, допустим, такая серьезная, ну, то есть как авиационная, да, о чем ты говоришь вообще? Ну окей, возьмем пример авиакомпаний. Сегодня у лидеров рынка от 25 до 45% вакансий – это креативное занятие. Допустим, в S7 каждый шестой человек – это айтишник. Там айтишников больше, чем в некоторых IT-компаниях. Когда мы смотрели наши авиакомпании республиканские, Алросу, Якутию, Полярные Линии, то мы видели, что у них таких вакансий вообще нету. То есть они полностью увязли, можно сказать, в операционную деятельность, то есть они занимаются операционкой, а те, кто как раз таки добавляет добавленную стоимость, тех, кто ее создает, их там нет. Поэтому мы приняли у себя в республике программу «Глобальный бизнес», потому как заставить, понятно, что мы как республика не можем за все наши компании, за Саханнефтегазбыт, там, за Сахатранснефтегазбыт, за авиакомпании Кути, за Сахабулт, мы не можем за них придумать стратегии, но мы обязаны наводнить вот такими людьми их изнутри, чтобы они не пытались ориентироваться только на наш маленький якутский рынок, становились действительно большими, мощными компаниями. Это тоже, на самом деле, креативная экономика. Вот у нас хороший пример того же вот нашего производителя напитков ФПК Якутия, которые поняли, что они-то сегодня должны создавать не продукты, а бренды. Зачем им разливать продукты только в Якутии, когда они поняли, что они даже… Вот яркий пример, как мы помогли им упаковать их энергетик.
Они создают здесь упаковку, бренд, рецептуру, которую они держат под там семи замками, а разливают напиток они уже поближе к потребителям, поближе к большим рынкам уже в Центральной России. Это вот один из таких примеров трансформации сознания. Ну а что касается креативных индустрий, тут секрет в том, что на самом деле фишка в том, что они есть и их нету. То есть креативные индустрии сегодня есть как веды, как эта сущность, которую мы пытаемся регулировать, но их, к сожалению, нет как сообщество. Это абсолютно разное. Вот у журналистов вот сидят журналисты, спросят, вы креативщики? Нет, мы журналисты. Киношники вот сидят. Мы, кстати, обсуждали вчера буквально, обсуждали, журналистика скажут, это креативная индустрия или нет? Конечно, вот, конечно. Не пришли к единому мнению. Они скажут, нет, мы киношники, айтишники, мы айтишники. Поэтому с ними, со всеми нужно разговаривать на их языке. То есть нет никакого универсального сообщества креативных индустрий, нет никакого лингва франка универсального языка. К ним нужно ко всем обращаться на их языке. И то же самое, каждый регион потом должен для себя выбирать направление для него перспективное. Для нас это, конечно, все, что связано с IT, геймдевом, все, что связано с кино, музыкой, дизайном. И специально для этих направлений делать свои меры поддержки. То есть вы не можете киношников финансировать так же, как IT-стартапы. Вы не можете фэшн финансировать так же, как кино. И поэтому для нас это вот такая важная задача, что мы пытаемся для каждого из перспективных направлений делать такие конкретные специализированные меры поддержки. Понятно. То есть это некий такой обобщенный образ, да, креативная экономика, креативная индустрия, обобщенный. И даже человек, который занимается креативной экономикой, может этого не знать и может начать спорить, что он вовлечен в эту сферу. Вы знаете, у меня какой-то вопрос очень важный затронули про кадровый вопрос. Иногда кадровый голод и специалисты уезжают, специалисты некоторые приезжают и там утекают в столицу и так далее. Вот если не ошибаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста, но Афанасий Афанасьевич, вы закончили здесь, в Якутске, учились вы в Массачусетском технологическом университете, да, вы математик, программист и блестящее образование, карьера, и вы остались здесь. Хотя и учились, и были возможности, но вы остались здесь и живете здесь. Почему вот вы были соблазны уехать и, например, там в Москве развиваться или за границей остаться? Вы знаете, вот когда я работал в университете, мы проводили здесь исследования с Кембриджским университетом в Якутске, в населенных пунктах районных. И вот ученые Кембриджского университета пришли к интересному выводу, что для людей, которые живут здесь, допустим, для бабушки, которая живет в каком-нибудь удаленном селе Кюсюр, центром мира является вот это село. Не Якутск, не Москва, не Лондон, не, боже упаси, там какой-нибудь Нью-Йорк, а именно вот это маленькое село. Так вот и для нас, тех, кто здесь живет в Якутске, центром мира является тоже Якутск. Потому что вот, ну, есть такое, вот, как где родился, где там пригодился. И поэтому и вот это тяготение никуда не денешь. И это на самом деле относится ко многим. Многие люди, даже которые приехали в молодости в Якутию. Ну, то есть утечки нет, не утекают специалисты, вы хотите? Нет, утечка, конечно, есть, и в этом тоже нет ничего такого плохого. Потому что Якутск — это тоже, на самом деле, маленькая Москва. В том плане, что Якутск все-таки это административный, прежде всего, центр финансовый, политический, культурный. Поэтому Якутск, в очередь, тоже сосет ресурсы, но, тем не менее, у нас по прошлому году впервые Якутск, он, по-моему, вообще чуть ли не единственный город на Дальнем Востоке, который растет естественным образом, но у нас в целом по республике в прошлом году, по-моему, впервые с 91 года поток именно тех, кто приехал работать к нам, выше, чем количество тех, кто уехал. Поэтому на самом деле важно же создавать смысл, не просто там как-то пытаться о чем-то просто говорить, нужно создать смысл, ну и, конечно, должны быть условия. Это же, ну, на самом деле простая формула, и в советское время эта формула работала. То есть человек хочет сходить в ресторан, конечно, хочет хорошую дорогу, хочет досуг, хочет в кино сходить, кино посмотреть. Да, особенно это, кстати, касается вот креативных индустрий. Это, кстати, очень интересный вопрос. Мы когда пытались ответить на вопрос, а что нам нужно сделать, чтобы таким ребятам, вот как раз таки так называемому креативному человеческому капиталу, было комфортно в городе, мы поняли, что для них как раз досуг — это одно из самых важных вещей. Одна из самых важных вещей. Вот когда вы пойдете в старый город, там, где офисы технологической компании в Якутске размещаются, там самые модные бары, рестораны, кафешки, там очень круто находиться, там очень круто просто быть, тусоваться. И вот эти ребята, они сами вокруг себя такую среду создали. И вот очень хорошая цитата Пола Грэма, основателя Y Combinator, самый успешный в мире стартап-акселератор. Он сказал, когда вы попадаете в любой депрессивный район любого города, Москвы, Якутска, там, не знаю, любого Мичигана, да, что там вы увидите? Какие-нибудь KFC, там, Макдональдс, Starbucks, то есть, по сути, там нет даже там. Там нет никакой идентичности, там нет никакой уникальности. Вы можете где быть, где угодно, даже сами не поймете. А когда вы будете прогуливаться по таким узким улочкам каких-то развитых городов, то вы будете проходить мимо бесчисленного количества таких авторских кафешек, ресторанчиков, где обязательно сидит модная молодежь, что-то обсуждает, какие-то идеи у них рождаются.
Вот для нас очень важно, в том числе как городу, как республике, поддерживать таких предпринимателей, которые создают в том числе лицо города, которые создают ту атмосферу, чтобы в городе было приятно, и чтобы такие люди у нас оставались. Спасибо, коллеги. Я, знаете, вот кто у нас, коллеги, онлайн. Здесь, вы, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, подключайтесь, задавайте вопросы, чтобы не я один их задавал, если они есть. Если нет, то, значит, тогда пойдем дальше. Вы знаете, мне очень понравилось, как вы сказали, что добывающая промышленность дает там не больше 9-10% рабочих, да, рабочих мест. То есть все остальное, очевидно, придется занимать вот, там, другими отраслями и так далее. Но 42 тысячи занятых в республике или около 10-11% это уже как раз относится к креативным индустриям. 11%. Да. У меня вопрос к Мичелу Викторовичу. Мичел Викторович, вот ваша же идея привлекать к... вот, ну, скажем так, к цифровым технологиям со школьной скамьи. То есть, да, это вы придумали, вы здесь внедряете, то есть как раз то, о чем мы и говорим, это подготовка кадров буквально вот с молодых ногтей. Так, совершенно верно. Вот, я хотел бы сегодня подготовить презентацию, вот, сказали, что крутое мероприятие будет, да, тут и пригласили, да, надо будет выступить, рассказать, да, об этом. У нас, вы знаете, вот, просто вот мы сейчас придем к презентации, скажите, охотно дети идут в это, охотно они, ну, вот, вовлекаются вот в это, надо, или приходится силой их, так сказать? Я понимаю, вот у нас, мы вот тут собрались, да, то есть, хорошо, хорошие люди, креативные, да, думаем, да, и разрабатываем какие-то стратегию. Должны, вот знаем, что куда должны идти, вот прям проекты, да, и потом мы должны как бы реализовать проект, вот. А для кого направлен, да, этот проект? Для людей, да. В общем, чтобы создать продукт или там креативную экономику развивать, то мне нужны кадры, а кадры — это вот население людей, и без этого не может как бы дальнейшее развитие как бы вот сектор, да, как бы креативного сектора. Вот. И у нас успешно в Якутии, да, это 2016 года реализуется программа. Вот об этом хотел бы рассказать. Это вот республиканский конкурс «Моя профессия IT». Вот. Так, тут у нас презентация. Так, ага. В общем, этот конкурс является одним из таких уникальностей этого конкурса. Это единая площадка. У нас в Якутии есть, работает инновационная экосистема. Туда входят и институты развития, и предприниматели, и сообщества, и учебные заведения, да, которые готовят именно специалистов. Есть институт развития, который поддерживает на ранних стадиях. Да. Сегодня у нас в предыдущем блоке, да, то есть выступали наши коллеги, да, из там, венчурной компании Якутия, да, технопарка Якутия, рассказывали, как необходимо ну, поддерживать, да, какие-то начинания. Вот, и конкурс, он объединяет на всех в одной как бы, такой площадке. И реально мы как бы, понимаем, что вот, проводя такие конкурсы, да, то есть идет уже взаимодействие, межведомственное взаимодействие, да, между разными структурами. Вот, и тут получается, когда мы вот все вот спланировали, в общем, говорим, что необходимо там развивать именно, создавать IT-парки, будем сделать крутые проекты, IT-проекты, да, вот, а нам нужны кадры, да, и мы решили как бы запустить проект, и когда начинали вот все, да, скажем, работу, и приходили мы, ну, вот, поехали в район. У нас, как вы знаете, Якутия огромная территория имеет, да, то есть и низкое население, да, плотное население. Вот. Когда мы приехали проводить, народ как бы, он говорит, вот мы хотим как бы сделать продукты, IT-продукты, нам нужны программисты. Да? Вот. Окей, там у них как бы совершенно другие как бы были заботы, скажем. Да? То есть это окружающая среда, да, как вы знаете, там пожары, летом, да, зимой как бы холодно. В общем, другие заботы, чем что мы как бы предлагаем. Мы видим, что надо стремиться туда, но иногда как бы, да, не совпадало этим решением. Да? Вот. И мы начали как бы, работать, да, и
поняли, что у нас в Якутии есть ребята, которые креативные, создают именно программные продукты. И... Вы знаете, я понял, что у вас очень креативные есть люди, когда вот мы сегодня слушали про кино, что целыми селами снимаются в кино, и, значит, приезжает та съемочная группа, и все село потом смотрит, значит, это, ну, по сути, это актеры, любители, но актеры. То есть это же не каждый человек захочет, согласится, кто-то стесняется. То есть люди активные. Работать люди есть активные, креативные, да, творческие. У нас в целом народ очень творческий, да, то есть поэтому, когда вот мы поехали именно вот в районы, да, там, где вот мы начали с детской аудитории, школьной скамейки, потому что необходимо начать подготовку раннего возраста. Конечно, профориентация, то есть ребенку подсказать. Он просто зачастую ребенок, кстати, с экзаменами, со школой, там, уроки, родители, какая-то дополнительная подготовка, он просто не знает, а чем он хочет заниматься-то. Угу. И как раз вот это миссия, то, что вы делаете. Да, и конкурс как раз является такой драйвером развития IT в районах. Да? То есть миссия — это поиск, поддержка талантов, профориентация. Да? То есть рассказывается, проводятся различные семинары, да, профориентационные. Вот. Здесь вот на слайде видите наш вот, седьмой раз конкурс проводился в этом году. Да? То есть видите, у нас наверху у нас представлены наши организаторы основные. Да? То есть видите, как бы, Министерство инноваций, да, цифрового развития, Министерство образования и науки, да, и наши партнеры. Вот. И, конечно, безусловно, да, то есть мы очень рады, что наши спонсоры поддерживают, они понимают, да, зачем надо развивать именно креативную экономику, да, в России, да, в Якутии. Да, вот. И поэтому они всячески участвуют. И также у нас партнеры поддерживают учебные заведения, потому что в Якутии очень много создано, и в том числе и образовательная, да, сфера, очень сильно развита. Это Северо-Восточного университета, это Арктический государственный, да, как бы, институт развития. Вот. И конкурс, конечно, был направлен на детскую аудиторию, школьные скамейки, это вот 7-11 класса, да, и студенты среднего высшего учебного заведения принимают участие. Вот. А в этом году мы как бы охватили достаточно такое огромное количество участников. Видите, да, что 6500 было приняло участие, и из 32 муниципальных образований. Якутия, да, 36, да, включая город Якутск и Ажатай. Вот. В конкурсе главным призом выступает это поступление в учебное заведение, да, в лучшие вузы страны. Выпускники могут, принимая участие, они могут поступить. Это очень мотивирует именно детей. Да? То есть тут у нас идет профориентация, потом они уже поступают уже в учебное заведение. Вот. Сам конкурс является состоит из нескольких структур, да, мы как бы называем архитектуры. Конечно, это, безусловно, ядром, да, является как раз методология, да, методология, которая ежегодно создаются, разрабатываются стандарты. Критерии, как бы, мы обновляем, поэтому критерии мы общаемся с действующими специалистами и работающими компаниями, и, конечно, изменение, появление новых технологий, да, конечно, это отражается тоже, безусловно, в самом критериях, да, оценки проектов. Конкурс проходит именно в формате, в трех форматах, это онлайн-тестирование, это Эдитон, да, это вот когда команда проходит, дает им какое-то задание, кейс, и команда разрабатывает, придумывает идею и потом выступает. Ну и, конечно, самый популярный у нас формат – это марафон разработчиков, хакатон. Да, то есть мы начали в 2013 году, да, когда не было мейнстримом, да, то есть формат. То есть у нас в Якутске уже проводились такие конкурсы. Вот. И вот в течение нескольких дней, там, 2-3 дней, ребята делают продукты, мобильные приложения или сайты. Да. И когда мы приехали вот отдаленные районы республики, да, они сказали, вы за 2 дня как это можно сделать? Оказывается, что могут. Ребята, конечно, попробовали, и ничего сложного в этом нету. Мобильные приложения, да, которые вот, там, ну, помогают или улучшают качество жизни. Да, ежегодно, да, дается задание, да, то есть получается, да, мы показываем... Какой-то приведите пример, вот вас впечатлило, какое приложение, прям вот казалось бы, может быть, да, что вот идея очевидная, но не было такого, и вот ребята придумали, сделали, внедрили. Что вот вас, какие-то примеры конкретные, может, удивили, может, впечатлили? Так, ну,
один из таких социальных вопросов — это вот не санкционированные свалки, допустим, да. То есть мы понимаем, что экология тоже важная часть, и это проблема в некоторых районах, да, и с помощью приложения, сервиса, да, то есть можно показывать людям, которые ходят случайно, то есть обнаруживают свалочку, где выкидывали мусор, да, и на карте отмечается, это приложение, да, прям могут использовать правоохранительные органы, этим, да? Занимается, или власть, да, получает именно вот сигнал, что необходимо, да, то есть там убраться. Поэтому мы как бы IT считаем это инструментом, да, и используя как бы креативное творческое, ну, можно сделать именно достаточно серьезные, хорошие продукты. Вот. Дальше я продолжу про архитектуру. Да? То есть, соответственно, у нас методология, есть образовательная программа, соответственно, без этого никак. Если как бы, мы говорим, что проводятся онлайн-курсы, образовательные семинары, выездные, да? То есть понимаете, что город Якутск, конечно, тут у нас больше 300 как бы, тысяч как бы, человек живет, проживает, да? А остальная часть... Говорят, поговаривают до 400 тысяч. Вот я вот так слышал. Да, то есть если мы говорим про вот последние данные, да, ну, отток, то набор прихода, участников примерно тоже можно оценить так. Но с другой стороны, вот, проблема заключается вот, в логистике. То есть как надо добраться с одного конца до другого. Да? То есть получается, мы ехали, допустим, автотранспортом. Вот, где-то вот 24 часа вот, ты едешь на машине, прям как бы на УАЗике, да, буханке, и ты как бы едешь вот сутки напролет, чтобы добраться до населенного пункта и провести мероприятие. Ну не каждый как бы, вот допустим, если город отсюда до Москвы, сколько там часов? 6 часов. 6,5 часов. Вы знаете, да. Каждую, запомнили просто каждую минуту. То есть и на самолете, да, тоже там, не просто. Человек сидит на комфорте, там прям дует кондиционер. Тут у нас как бы хорошие как бы стюардессы ходят, да, как бы. Да-да, за это спасибо, за кондиционер. Другая совсем условия, да, то есть это другой мир как бы. Вот. И, соответственно, это надо сделать, и, конечно, мы и проводим, да, то есть об этом в конце я слайде покажу. Про команды, которые прошли конкурс, они попадают у нас в акселерационную программу. Это у нас новый пилот, в прошлом году мы запустили, и те команды, которые показали то, что умеют, да, делать, то, что они совместно менторами-экспертами продолжают свою работу уже в рамках другого проекта, акселератор школьных проектов. Вот. Это все как бы наша вот экосистема. Также я как бы расскажу, что экспертное сообщество, без этого никак, да, эксперты привлекаются у нас из разных компаний технических. И там происходит именно обмен мнений, обмен опытов. Да, допустим, из другой компании приходит человек именно работать экспертом. И это как бы вся вот этот процесс, да, как бы идет, да, этот круговорот. Вот. Ну и, конечно, для студентов проводятся различные практики и стажировки. То есть они могут уже выступать спикерами. И в этом году мы, то есть в прошлом году мы привлекали студентов Северо-Восточного университета, чтобы с нами ездили и проводили именно такое мероприятие. Вот. Так, ну идем дальше. Вот про семинары я как бы тоже на слайде можете посмотреть. Да, то есть это вот дети, как они, в каких условиях, да, как бы мы видим, что разные условия бывают. Да, это реалии, да, которые в районах, да, то есть у нас есть как бы дома, которые, да, такие вот деревянные, но там есть интернет, там есть оптика, да, и компьютеры. Вот. И, конечно, безусловно, IT, да, то есть мы говорим, что дети, находясь на любом месте, даже в Якутии, даже у себя в деревне, да, вы можете создавать продукты, да, не хуже, да. И это есть, потому что прецедент у нас есть, то есть компания, которая у нас работает, IT-компания, да, то есть это доказали на своем примере. Да, это сильно очень вдохновляет детей. И сами, когда приезжают именно люди, которые разрабатывали, да, то есть это, когда они выступают, это совершенно новый уровень общения, да. Оказывается, человек, который не просто там где-то он живет, да, он приехал сюда, он, оказывается, был разработчиком этого приложения, да, и драйвера, да, и этой игры. Вот. Хорошая инициатива, да, то есть это, безусловно, вдохновляет наших специалистов, детей, и, конечно, мы создаем все условия, чтобы они с нами вместе поехали. То есть мы создаем условия транспортного, логистического, как бы, да, на себя берем питание, проживание, да, то есть это все включено. Вот. Тут у нас вот самая холодная была экспедиция, да, это вот прям точка, да, то есть это Мекён, тоже как бы достопримечательность, да. Туда у нас ежегодно приезжает именно Касперский, вот в этом году тоже
был с нами, ездил, да, то есть, ну, не с нами, а, в общем, ездил туда, посмотрел. Поэтому, если хотите тоже узнать о Якутии с другой стороны, то, конечно, приглашаем именно посетить такие у нас туристические объекты, да, и поразиться, вот. И, конечно, там тоже живут люди. Живут люди, развиваются, да, и как раз мы рассказываем, что можно посредством интернета создавать продукты. Так, это про акселератор школьных проектов. Ну вот в целом хотел бы уже подытожить, да, то есть вокруг конкурса есть различные проекты, которые друг друга усиливают. Это вот IT-старт, который профинансированные курсы для начинающих. Они применяют на себя разные профессии, разные будущие профессии будущего, да, и узнают, как надо, какие навыки необходимо обладать, чтобы стать им таким специалистом. Вот. Проводятся усиленные такие интенсивы, буткемпы, это когда дети приезжают именно в какое-то место очно, да, и проходят именно усиленную подготовку. Есть также образовательная программа, проводятся отборочные этапы, финал, и попадают именно в акселератор школьных проектов. На этом не заканчивается, потому что мы еще направляем команды, лучшую команду, чтобы они участвовали в других конкурсах. Республиканских, федеральных и международных конкурсах. Да, это тоже, безусловно, необходимо сделать. То есть это целая сейчас выстроена воронка от начала до, как бы, развития команд. Вот. Ну и про команду. То есть, конечно, тут у нас молодые ребята, которые у нас работают в различных компаниях и дружный коллектив. Конечно, был прошлым, да, то есть весной, да, то есть как раз был конкурс, вот, 100 Якутия Моус Креатив, да, мы там номинированы были лучшая команда, как, ну и, конечно, наш вектор — это вот создание приютительной Якутии, да, то есть ассоциация, что мамонты, они сейчас говорят, холод, да, температура, богатство, но мы хотим приютить именно Якутию, чтобы здесь у нас можно было находиться и создавать именно продукты, вот такие, например, вот Майтона, наша компания. Спасибо. Слушайте, вы и так уже успешно это делаете. Посмотрите, и форумами, и общением, и о чем вы говорите, что очень важно, профориентация, да, создание этого кадрового резерва. Мы сегодня, вот мое поколение, мы журналисты, что-то новое услышим, и приходится там лезть и гуглить сразу же, да, там, метавселенная, там, science art и так далее, о чем мы сегодня будем говорить. А то, чем занимаетесь вы, эти дети уже вырастут, они уже будут понимать, что такое креативная экономика, им не придется, прояснять и там, да, какие-то элементарные вещи говорить. Долгий играющий такой процесс, поэтому это надо заниматься сейчас, потому что если мы ставим ставку, что креативная экономика, да, то есть необходимо развивать, то, конечно, надо сейчас, как бы, этим заниматься. Да. Спасибо. Ну, и да, тоже, что да. Мы готовы, благодаря, вот у нас тоже были пробы и ошибки, да, то есть это тоже мы проводим, проверяем различные гипотезы, да, вот, и за 7 лет мы, как бы, набили разные шишки, да, но сейчас мы уже понимаем, куда надо двигаться, и комьюнити у нас развивается. Дети держат связь именно с нашими студентами, которые уже учатся в разных вузах, да, и они приходят и делятся опытом. И, безусловно, это вот классная история. Вот, я в конце, да, важная работа. Да, я слайд закончил. Нет, в общем, там все понятно. В общем, что самое главное, какая самая главная, на мой взгляд, мысль, что возможности для детей сегодня есть огромные, для школьников, для студентов. Это и то, чем занимаетесь конкретно вы в регионе, и федеральные проекты, такие как «Большая перемена». То есть, когда у нас родители, например, вот у нас сидят здесь родители, да, или сидят, если есть среди нас студенты, ну вот подскажите своим братьям, сестрам, детям или внукам, подскажите, что нужно участвовать, нужно смотреть, нужно вовлекаться в это во все. Потому что это не так сложно, это просто сделать, и это дает и профориентацию, и ребенку осознание, а может, это не его, а может, его. Пускай он это пробует в 7, 8, 9 классе, как на большой перемене, в 10, 11, а не когда закончит институт и будет с дипломами бегать и говорить, что, значит, у меня вот 2 высших образования, а работы не найти. Я хочу вот Сергею Васильевичу задать вопрос. Сергей Васильевич, как нас слышно?
Да, отлично, да. Все. Вы знаете, супер. Вот мы заговорили про привлечение, да, про удержание кадров, привлечение, профориентацию, формирование кадрового резерва. Может ли развитие креативных индустрий стать вот одним из инструментов привлечения молодежи в Дальневосточный федеральный округ? Вот что нужно сделать, чтобы молодежь поехала, ну, вот, да, в регионы Дальневосточного федерального округа заниматься креативными индустриями? Я уже говорил сегодня о том, что вообще развитие креативной экономики на Дальнем Востоке может стать хорошей предпосылкой для того, чтобы оттуда не уезжали молодые люди, ну и, собственно говоря, приезжали новые кадры, новые идеи, новые смыслы. Мы как раз-таки на эту тему хотим подумать вместе с ребятами с Дальневосточного региона, потому что у себя на площадке запланировали в сентябре провести одну из арт-школ, которая так и называется «Арт-школа по развитию Дальнего Востока и регионов Арктики». На этой арт-школе мы собираем предпринимателей, дизайнеров, медийщиков, другие различные профессиональные сообщества, связанные с креативными индустриями, для того, чтобы как раз-таки подумать на данную тему. Вы знаете, мне кажется, что есть такая проблема, она в целом характерна для нашей страны. Вот мы сейчас слушали предыдущих выступающих, и из их выступления стало очевидно, что есть большое количество возможностей. Но вот проблема заключается в том, что мы с нашими ресурсами, с нашими возможностями не научились пока эффективно упаковывать это таким образом, чтобы это действительно на... не знаю, в рамках какой-то эффективной коммуникации эта информация, да, информация об этих возможностях, об этих ресурсах стала доступной широкому кругу, большой аудитории. И вот мне представляется, что Дальний Восток вообще прекрасная территория для того, чтобы ее осваивать молодым и креативным людям. Почему? Ну, потому что это... зачастую, да, есть места с очень хорошей экологией, очень красивые места с точки зрения рекреации. Я уже не буду, может быть, от Якутии перемещаться там в сторону Камчатки, перечисляя несколько просто потрясающих, на мой взгляд, воображения природных мест. Если добавить к этому хорошую городскую среду, если добавить к этому... места, где молодые люди могут проводить досуг, разветвленную сеть таких третьих мест для молодых людей, то, конечно, это станет хорошим подспорьем для того, чтобы при хорошей маркетинговой упаковке, да, то, о чем я говорил, продать просто правильным образом аудитории молодой, аудитории креативной. Тем людям, кто сегодня, находясь вот в этом запросе на хорошую экологию, на хорошую городскую среду, на возможность учиться, на возможность классно проводить свой досуг, в том числе на природе, готов перемещаться, готов ехать на Дальний Восток. Вот об этом, обо всем мы и подумаем в рамках арт-школы развития Дальнего Востока и Арктики, которая пройдет, повторюсь, у нас на площадке в конце сентября, с 19 по 25 сентября. Еще есть возможность подать заявки, поэтому, пожалуйста, приезжайте, вместе постараемся найти на этот непростой вопрос. Сергей Васильевич, да, вот вы говорите, что арт-школа в сентябре в Москве. Вот у вас все знают... Нет, как... она не в Москве, она на нашей площадке... В Крыму. Понятно. Это будет все в Крыму в сентябре, в конце сентября в Крыму. Бархатный сезон. Сергей Васильевич, вас все знают как человека такой мощной, неутомимой энергии. Когда все-таки вот Тавриду или арт-школу ждать все-таки в Якутию? Уже после Якутии можно потом и в метавселенную переезжать будет. Вы знаете, у нас есть такой проект, который называется «Федеральная сеть арт-резиденций». Это инфраструктурно не наш проект, но смыслово мы к нему очень тепло относимся. Мы взаимодействуем с различными продюсерскими командами субъектов, которые хотят построить у себя в регионе такие мини-тавриды, да, мы называем это арт-резиденциями, но на самом деле понятно, что есть какой-то первоначальный смысл у
этого формата, у формата арт-резиденции. Да, это место, куда приезжали художники, писатели, поэты для того, чтобы вдохновляться, творить и затем часть своих творений оставлять в этом месте, либо за счет своих творений, если это литературные произведения, прославлять эти места. Сегодня немножко это понятие трансформировалось, превращаясь, ну, по крайней мере, как мы думаем вместе с ребятами субъектов, такие точки роста креативной экономики в субъектах. Вот у нас в 25 регионах 40 таких арт-резиденций. Не все они появились благодаря нам, нужно быть здесь честными. И такие арт-резиденции есть в том числе и в регионах Дальнего Востока, в том числе в очень отдаленных регионах, например, таких как Сахалин, да? Вот таким образом мы стараемся развивать среду, мы стараемся развивать свое сообщество, мы создаем, скажем так, общее поле, да, для работы с молодыми креативными ребятами, для работы с их проектами, для отбора и последующего внимания к каким-то клевым идеям, потому что эти идеи могут поддержать там несколько институтов в нашей стране, не знаю, начиная от грантовой поддержки федерального агентства по делам молодежи, эту поддержку в том числе мы реализуем у себя на площадке. Вот сегодня выступающие рассказывали о различных возможностях, и заканчивая грантовой поддержкой фонда президентских грантов, президентского фонда культурных инициатив, Института развития интернета, реально возможностей большое количество. Вот таким образом мы стараемся распространять, мультиплицировать наш опыт, в том числе в регионы, в субъекты. Мне кажется, что пока это получается неплохо. Конечно же, есть горизонт и есть к чему стремиться. Нужно работать и в том числе обращать внимание на опыт, уже имеющийся в различных территориях. Вот прекраснейший опыт в Якутии, замечательный опыт в Якутии. В первую очередь я имею в виду, это, конечно же, якутское кино. Конечно же, мы все ждем следующий шаг. В Якутии должны появляться крутейшие киностудии, и тематика фильмов, она должна, конечно, тоже расширяться. Фокус на национальных, культурных, этнических особенностях, он замечателен, он интересен для изучения. Но вот этот феномен якутского кино, мне кажется, надо развивать, руководствуясь уже более широкой востребованностью, да, каких-то форматов, не знаю, от драмы до там, комедии. Или, например, может быть, каких-то форматов, связанных с продакшеном сериалов. Сергей Васильевич, мы сегодня очень много, кстати говоря, Да-да, очень много говорили про кино и смотрели даже трейлер такой. И Якутия сегодня снимает не только авторское кино, тут и боевики, и мистика, и ужасы, и комедии. И, конечно, вот если это кино окажется... И вот это все нужно развивать, да? То есть, если, например, есть какие-то ростки, конечно, этими ростками надо заниматься. И этим надо заниматься даже, если хотите, на федеральном уровне. Максимально поддерживая, максимально распространяя этот опыт. И мощный звук, и кадры, и видео. То есть я посмотрел эти трейлеры, я сам с удовольствием хочу все эти фильмы посмотреть. Сергей Васильевич, вы интересно рассказали про арт-резиденции, да, такие как филиалы Тавриды, да? Они же реально могут быть этими точками роста, местами, вот где, откуда можно развиваться. То есть нужна какая-то инициативная группа, да, чтобы эту арт-резиденцию открыть. Как происходит формирование этой резиденции? Вот здесь очень важно, я бы с вашего разрешения поправил вас немножко. Мы абсолютно не считаем, что это филиалы Тавриды. Это уникальные институции, которые функционируют в субъекте, в регионе, в территории. Некоторые из них там со своей историей даже. И эта история порой, как, например, у Каменки из Красноярска, уходит корнями в гораздо более глубокие времена, нежели появление нашего проекта. И мы учимся у многих коллег из территории. Это важно просто отметить. Что касается того, как запустить эту тему у себя в территории. Вы знаете, отвечу вам, Роман, очень просто. Все зависит от людей. Вот если есть человек, который хочет этим заниматься, я вот слышал и слушал где-то даже с открытым ртом, да, Афанасия Афанасьевича, и думаю,
когда есть люди, которым не безразлично, которые хотят заниматься развитием идеи своей, да, которые ей увлечены, тогда и дело спорится, оно движется. Если есть инициаторы процесса, если есть ребята, которые готовы собирать команду, готовы пробивать иногда, доказывая, разъясняя фактически руководителям субъектов, регионов о том, про то, что это, зачем это нужно, какой эффект мы получим все вместе от этого. Если есть люди, которые готовы промотировать эту тему среди бизнеса или запускать, может быть, свои какие-то стартапы, связанные с креативными индустриями, то тогда и мы видим движение, мы видим развитие. Я думаю, что в каком-то смысле это тоже важный критерий якутского кино, которое так стрельнуло. От людей все зависит. И Дальний Восток в этом смысле богат хорошими людьми. Я в это не просто верю, я знаю многих из регионов Дальневосточного федерального округа, многих ребят, которые и у себя на месте, и на уровне федеральном развиваются и развивают свои проекты. Вы знаете, что приятно и отрадно, что сегодня вот целый день на этой сцене и в зале именно такие люди, которые развивают, которые двигают, которые могут, пробивают стены, пробивают просто ограничения, какие-то невозможные просто, и реализуют, и делают свои проекты. Сергей Васильевич, спасибо огромное. У нас есть... Вы слышите наши аплодисменты? Да, да. Я очень благодарю вас всех за то, что у меня была возможность поделиться своими размышлениями на эту тему. Очень люблю Дальний Восток и считаю, что у него громаднейшие перспективы. В первую очередь за счет того, что рядом открылись просто колоссальные рынки. Их надо осваивать. Это сложно? Да, это непросто. Но это точно возможно. Но вы же еще не отключаетесь от нас. Вы еще побудете с нами? Полчасика есть у вас? Я постараюсь, да, но мне нужно будет, к сожалению, через 10 минут выходить из офиса, поэтому хорошо. Вот сколько смогу. Хорошо, спасибо, спасибо еще раз, спасибо огромное вам, эти аплодисменты из Якутска в Москву, вам спасибо огромное. Благодарю. Вы знаете, вот как хорошо, что у нас есть такая возможность онлайн подключения, да, это все пандемия нас научила, это тоже же креативная такая часть, да, когда мы можем общаться, несмотря на расстояние, кто-то летит 6,5 часов, а кому-то раз подключился, и мы здесь. И с нами сегодня на связи Югра, мы можем поговорить с Ханты-Мансийским автономным округом, Роман Геннадьевич. Слышно нас? Генеральный директор фонда поддержки предпринимательства Югры, мой бизнес. Роман Геннадьевич, вот... У меня вопрос такой, вот говорили уже про информированность людей, да, что вот зачастую, я тоже очень много общаюсь с малым и средним предпринимательством МСП, и на форумы езжу, и модерирую разные форумы, и вот часто предприниматели приходят и говорят, что не знают о мерах поддержки, которые существуют, что они просто не проинформированы, поэтому не участвуют, не пользуются. Вот у вас, как вы работаете с этим, как вы работаете с предпринимателями? Знаете ли ваш бизнес у вас в регионе о помощи, которую он может получить? Еще раз хочу поприветствовать участников. Действительно, такая проблема есть, она, наверное, не проблема, это наш потенциал. То есть есть у так называемых KPI, коэффициент эффективности фондов «Мой бизнес», мы должны охватывать не менее 40% предпринимательского сообщества, которое... в регионе зарегистрировано, и плюс еще тот потенциал, который мы можем создать. В Югре этот процент достаточно высокий, больше 65% предпринимателей так или иначе взаимодействуют с Югрой. Это в числовом выражении 40 тысяч предпринимателей. Из них 3 тысячи, вот, мы не такие, конечно, закоренелые в деле креатива, но имеем большой опыт реализации социальных проектов, социального предпринимательства, и где-то вот опыт реализации помогает нам быстро становиться на лыжи и догонять коллег других из регионов. Мы за последние 2 года приняли закон, который сегментировал, я вот коллег слушал, действительно согласен с ними, что надо понимать, кто такой предприниматель креативный. И зачастую они просто не знают, что они креативны и какие меры поддержки для них существуют. Потому что вот есть множество фондов на федеральном уровне, фонд президентский грант, фонд развития интернет-инициатив. И все, что движется вокруг арт-резиденции, креативных пространств. Многие из них, ну вот, мы держимся на трех китах. Мы сопровождаем проекты, это мера поддержки, консультируем,
разъясняем, куда обратиться, чтобы реализовать свой проект. За основу берется все-таки проект, ну и, соответственно, бизнес-проект. Мы обучаем, это очень важно, потому что кадры для предпринимательства, а особенно для креативного предпринимательства, это проблемы, потому что их сейчас настолько сильно... Мы в целом в Югре мы конкурируем с достаточно серьезным комплексом топливно-энергетическим, нефтяным, и им сложно объяснить, что в предпринимательстве тоже есть возможности, источники заработка, и предприниматели, и молодые люди идут, понятное дело, работать в нефтянке. В совокупности... И третий столб — это, естественно, финансирование проектов, потому что предприниматель, у него есть инициатива, зачастую есть проект, больше ничего нет. И вот для того, чтобы это реализовалось, нужно три фактора сложить. Нужно его за руку привести, нужно его научить и нужно его профинансировать. Собственно, в этом смысле мы и выбрали основу в Югре здесь. Я как руководитель проекта развития креативных индустрий, начиная от закона, проектной деятельности. Сейчас мы выходим на концепцию развития креативных индустрий. И в целом этот проект мы взяли за основу, конечно, фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес», потому что мы считаем, что все, что креативное, оно должно превращаться в рубль, оцениваться потребителем и реализовываться на рынках, желательно на рынках внешних, куда мы получаем источник доходов для региона, в том числе и добавленную стоимость. Поэтому три кита, на них держится вся поддержка. Вы знаете, вот Югра чем-то похожа с Якутией. Это северные регионы, большие регионы с мощной добывающей составляющей, да, суровым климатом. Что вы бы, позаимствовали или, наоборот, посоветовали в качестве кооперации такой? Не зря же мы с вами созвонились именно с Ханты-Мансийским. Да, мы однозначно изучаем опыт коллег, мы смотрим на их IT-кластер, У нас сфера IT, конечно, очень сильно поглощена именно нефтесервисом, и много креативных предпринимателей трудятся и работают на крупные вертикально интегрированные нефтяные компании. Поэтому их тут достать достаточно сложно, но мы тоже достаточно были пионерами в создании стирания пространств. Да, у нас единственный в России проект запущен — это IT-стойбище. То есть у нас в каждом стойбище традиционных промыслов есть IT-место, куда они приходят, обучаются, подключаются в том числе к нашим мероприятиям. И есть определенное направление, которое именно по некоммерческому направлению, по некоммерческому сектору идет. Это развитие общественности, традиционных промыслов. То есть напрямую с якутскими коллегами общаетесь или нет? Да, мы недавно в гости ездили буквально месяца еще не прошло, мы ездили, посещали IT-кластер, поэтому что-то будем кооперироваться. Мне же кажется, ведь в этом это очень важно, и форумы такие, для этого и проводятся, чтобы мы могли эти горизонтальные связи выстраивать, чтобы не надо было каждый раз через Москву или через руководство, можно было общаться друг с другом. Афанасий Иванович, спросить или добавить? Роман, привет. На самом деле, да, мы с Югрой дружим давно, у нас регионы похожи, у нас губернаторы дружат. Мы учились вместе с командами ХМАО в Казани, вместе в университете управления Москвы, в университете Сбербанка. Это три губернатора — ХМАО, Янао и Якутии — собирали свои команды, мы учились. То есть мы все там вице-губеров всех знаем, министров. Более того, в 2019 году я читал лекцию для управленческой команды Югры в бизнес-школе Сколково. Как раз там Серега Зверьков был, те ребята, которые потом это в Югре начинали. И на самом деле они большие молодцы, много чего делают. Владислав Иванов есть в Иркуте, который тоже там кластер делает. Поэтому мы на самом деле все друг друга знаем. Да, мы друг друга все знаем, потому что на самом деле сообщество тех людей, которые занимаются развитием креативной экономики в России, оно не такое большое. И мы всегда одни и те же, на самом деле, люди. Всегда есть Югра, всегда есть Якутия, всегда есть там еще пара регионов, и практически там состав выступающих, он редко меняется. Поэтому мы на самом деле с коллегами практически так еженедельно, можно сказать, общаемся. Роман Геннадьевич, у меня еще один вопрос по поводу креативного сектора Югры. Может быть, какое-то перспективное направление или ваше любимое направление? Какой-то пример конкретный из этой сферы, сферы креативной экономики, вам, например, больше всего нравится, зачем вы с удовольствием работаете? Или отметите как хорошо развивающийся, с хорошим потенциалом? Да, отмечу сначала хороший потенциал, это, конечно, киноиндустрия.
Как только мы создали внутри региона систему ребейтов, мы сразу получили у себя здесь 3 компании, которые в ближайшие 2 года снимут 12 фильмов на территории игры. Это достойно аплодисментов, друзья, отдельных, да. То есть мы и калининградский опыт, и опыт Якутии тоже в том числе создали вот эту возможность. И эта возможность очень быстро реализована с учетом действительно тех ограничений, которые на сегодняшний день создаются. Несколько компаний переезжает нам как раз. Там одна компания, она в Штатах, по сути, работала. Сейчас переезжает она и игру, и Якутскую, и Калининград. Она, то есть они везде приземляются. Это очень хорошо, что мы, наверное, будем какой-то общий синергетический эффект иметь. И любимое направление, ну, это все, что создает комфортную среду. Это урбанистика, это витринистика, это все, что связано с общепитом, как вот его в простом наименовании. Но чем комфортнее становится жить, мы с коллегами, ну, из Якутии, да, знаем, что такое удаленные территории, знаем, что такое там 300-400 километров ездить машину, гонять на техническое обслуживание. Ну, то есть как же это важно, да, конечно, важно в северных регионах, в больших регионах. Как же это важно, то, о чем вы говорите, конечно. Комфортная среда. И комфортная среда, вот с ним приятно работать, и это очень быстрый мы получаем эффект. Мы видим буквально через месяц от реализации проекта, мы видим положительный эффект, мы видим благополучателей. Еще раз повторюсь, то, что Югра достаточно сильный регион, она, наверное, один из самых сильных в России по развитию социального предпринимательства. А это как раз тоже составляющая, ну, я не буду их называть креативными, они, наверное, больше такие стандартные предприниматели. Но в целом они создают все то комфортное, в чем мы живем, в чем мы дышим. И вот каждый день мы с ними сталкиваемся. И чем более комфортная среда, тем больше мы получаем преимуществ по сравнению с крупными там, регионами Москвы и Санкт-Петербурга, потому что мы тоже имеем проблему оттока кадров. Мы сейчас имеем тоже положительный прирост. Мы видим, что наши специалисты здесь остаются, потому что у них здесь есть возможность реализовать свой проект, реализовать свою идею, жить комфортно. Вот это составляющая успеха. Спасибо, спасибо, Роман Геннадьевич, спасибо огромное вам. Вот тоже, да, и вы говорите про эти 3 столпа, и один из них — это образование, переобучение, квалификация сотрудников. Я бы хотел задать вопрос сейчас Дмитрию Евгеньевичу. Дмитрий Евгеньевич, вот это, знаете, как такое красивое слово — мультидисциплинарные навыки, или попросту говоря, мы это все знаем слово как многостаночники, да, то есть человек должен много чего уметь, и тогда он будет успешным. Вот эти вот навыки молодежи могут стать этим вот новым вектором развития цифровой среды и в целом обеспечения безопасности цифровой среды? Да, спасибо большое за вопрос. Не могу сказать, что на сегодняшний день мультидисциплинарные навыки или мультикомпетенции – это то же самое, что многостаночники. Все-таки это немножко… А чем другое, тогда отличается? Да? Поясните тогда. Поясните нам, пожалуйста, это слово «мультидисциплинарные навыки». Да, мультидисциплинарные навыки. В общем-то, наверное, стоит сказать, начать с того, да, что сегодня, в принципе, в России реализуется достаточно много образовательных программ, где мы готовим конкретных специалистов в конкретных областях, да, в том числе там область экономики, юриспруденции, педагогики там, и так далее. Но сегодня вот тенденция развития государства, общества, в том числе тенденция, связанная с развитием креативной индустрии и, в частности, креативной экономики, она диктует необходимость развития навыков, именно связанных с навыков творческих, с навыками какими-то базовыми. В том числе вот творческий навык креативной индустрии, она обязательно на сегодняшний день, лично по моему убеждению, должна быть связана с развитием IT-компетенций, с развитием каких-то вот навыков, да, которые позволяют ориентироваться в информационном, в цифровом пространстве. И на сегодняшний день на самом деле в рамках молодежной политики, в рамках развития вот этих мультидисциплинарных, так называемых межотраслевых компетенций, принимают усилия самые разные субъекты. Это и, конечно, государство в первую очередь, это бизнес-сообщество и это общественные институты. Если говорить вот о каких-то таких крупных, наиболее важных инициативах, да, интересных, это с точки зрения государства, например, если мы смотрим, то в целях развития у студентов, то есть у подрастающего поколения, да, у будущих молодых специалистов, которые пойдут в тот или иной сектор, в том числе, скорее всего, сектор экономики, соответственно, возрастает роль программ, вот тех самых, о которых вы, кстати, сказали изначально, программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. В частности, сейчас существует проект Министерства науки и высшего образования и Министерства цифрового развития и связи массовых коммуникаций, который называется «Цифровые кафедры».
Он существует в рамках государственной программы «Приоритет 2030», и во всех высших учебных заведениях, которые являются участниками этой программы, создаются так называемые цифровые кафедры. Они предполагают в себе то, что студент на этой цифровой кафедре получает во время обучения по своей основной специальности обязательные дополнительные компетенции в области IT. Поясню, что выпускаясь из вуза, он не будет тем самым там программистом или там еще вот, ну, кем-то, кто конкретно, да, в IT-сфере специализируется там и обеспечивает безопасность, да, инфраструктуры и так далее. Он будет специалистом, который сможет внедрить вот эти компетенции непосредственно в свою деятельность. То есть у нас очевидно, что сейчас вся креативная индустрия практически, она уходит в цифровое пространство. То есть она существует-то в нем зачастую сейчас. И коммерциализируется тоже. Поэтому эти IT-компетенции, они здесь необходимы. Кстати говоря, вот я сейчас нахожусь в университете имени Кутафина. У нас тоже есть цифровая кафедра. Мы в ближайшее время запускаем курс повышения профессиональной переподготовки, автоматизация юридических процессов для того, чтобы облегчить диалог юристов и программистов, скажем так. Зачастую это действительно сложный диалог, не всегда два этих специалиста друг друга могут понимать. И мы рассчитываем, например, что программа это будет длиться, ребята обучаются, ребята-юристы, да, они обучаются там в течение года, и в течение года параллельно они осваивают эту программу и получают дополнительную квалификацию. Вы знаете, вот мне кажется, что вот это очень важный момент. Да-да, очень важный момент. Вот мне кажется, что не только курсы переквалификации, мне кажется, будущее в принципе высшего образования за вот этой вот прикладным характером, за практикоориентированностью, когда бакалавры, конечно, будут не просто получать теоретическое образование, а будут получать профессиональные, конечно, навыки, которые смогут применить, да, когда закончат вуз. Вот именно тогда они становятся, вот благодаря вот этим надпрофессиональным уже навыкам, становятся интересны тем самым вендорам, про которых мы сегодня уже говорили. И здесь мы плавно можем перейти к продуктам, которые разрабатывают и вендоры, чтобы получить вот тех самых специалистов, те самые кадры, которые им интересны. И это кадры, очевидно, не являющиеся сегодня исключительно специализирующимися в какой-то отдельной области. Например, вот с точки зрения бизнес-сообщества, конечно, сейчас ключевую роль играет это IT-бизнес. Мы все знаем о создании альянса по защите детей в цифровой среде. И вот одним из участников этого альянса является, например, компания «Лаборатория Касперского». На сегодняшний день она разрабатывает интереснейшие образовательные продукты, которые повышают осведомленность о кибербезопасности и специалистов уже молодых, и специалистов уже опытных, и даже студентов. И стоит отметить, что вот их продукты на самом деле, я на них и просто призываю обратить внимание, потому что они носят, во-первых, комплексный характер, цикличный характер, и предполагают получение знаний, которые затем с помощью специальных механизмов, которые компания сама разрабатывает, можно закреплять. Вот один из интересных механизмов, это у них существует такой интерактивный тренинг, который погружает специалистов каких-то организаций, да, в симуляцию бизнес-среды, где им, собственно, предлагается в каких-то экстренных ситуациях сталкиваться с множественными там проблемами в области кибербезопасности компании. И они должны быстро, моментально принимать эти решения. И это очень интересный продукт. Интересные продукты есть на сегодняшний день и у Яндекса. Это и Яндекс там учебник, и Яндекс школы, и у многих-многих других отечественных IT-компаний. То, что касается общественных институтов, про которые я сказал, они здесь играют дополнительную, вспомогательную роль государственной политики и политики в области коммерции, на мой взгляд. Они являются такой точкой сбора в рамках тематических образовательно-просветительских каких-то мероприятий. Вот мы сегодня говорили в том числе о Югре. С Якутией сегодня я вступил в диалог впервые, а с Югрой мы взаимодействуем уже год. На самом деле, и буквально... Вступили вот в диалог, значит, результат есть. Смотри, значит, мы собрались уже не зря, понимаете? Да, да. Я очень благодарен за приглашение. Но хотел бы отметить, да, вот, что в Югре есть такая интереснейшая площадка, как международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Да, в этом году мы участвовали в ней, наша команда, мои эксперты проводили ряд интерактивных мастер-классов, мероприятий для молодежи, да, по темам это и фейковые манипуляции в масс-медиа, и цифровой профиль, и информационно-мировоззренческая безопасность и так далее. Кажется, что темы очень общие, на самом деле, может быть, не очень нужные с первого взгляда, но на самом деле они формируют именно базовые навыки, которые позволяют обеспечить молодым людям любого совершенно направления свою безопасность в цифровом пространстве и впоследствии эти навыки передать своим младшим товарищам и внедрить их в свою профессиональную деятельность. К слову, мы в ближайшее время, моя команда «Молодежный цифровой омбудсмена» и
университет имени Кутафина, Московский государственный юридический университет. Мы запускаем также проект, первую всероссийскую школу мы планируем провести, первую всероссийскую школу интернет-безопасности молодежи. Предполагается, что она станет той площадкой федеральной, которая из года в год будет способствовать формированию экосистемы для эффективного взаимодействия и коммуникации вот того самого кадрового потенциала, обладающего мультидисциплинарными компетенциями и в первую очередь IT-компетенциями, и которые будут разрабатывать, будут способны разрабатывать интереснейшие IT-инициативы, проекты, продукты и так далее. И вот эти кадры будут интересны, мы думаем, для государственного сектора и для бизнес-сообщества. И стоит отметить, наверное, уже тоже завершая, да, такой спич, очень больная просто тема на самом деле. Сегодня вот, к сожалению, я все чаще сталкиваюсь, работая с родителями, государственными органами некоторыми, да, детьми, молодежью, сталкиваюсь с тем, что IT-безопасность и IT-компетенции для них сегодня это про программирование, про Excel, вот про какие-то вот защиту от хакерских атак и так далее. На самом деле сегодня IT-безопасность, IT-компетенции – это куда более обширная сфера, куда более обширная среда, которая может не только топорно регулироваться, но и более мягко, в том числе саморегулироваться. Я считаю, что вот усилиями государства, бизнес-сообщества и общества в целом мы можем как раз-таки с помощью этих продуктов, программ, про которые я в том числе сегодня говорил, выработать эту эффективную систему регулирования вот той самой среды. Вот, поэтому как-то так. Да, Дмитрий Евгеньевич, вот подытоживая, может быть, какие-то вот простые, важные советы или людям, которые бизнесменам уже работают в креативных индустриях или хотели бы работать? Вот что бы вы сказали? Может, в каких-то успешных примерах вы можете конкретный пример привести, успешный кейс какой-то? Ну, что я на самом деле могу посоветовать, это развиваться, развиваться, только развиваться. То есть вот эти программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и так далее, будь то компании, университеты, в них, я считаю, что нужно пытаться интегрироваться, в них нужно вступать, и не стоит зацикливаться только на какой-то одной сфере, которую вы постигаете глубинно, да, но стоит наращивать свои дополнительные компетенции и особенно компетенции в области IT. Спасибо большое. То есть давайте аплодисменты, друзья. Развиваться, нет предела совершенству, развиваться, образовываться и развиваться и развиваться, да, как сказал Дмитрий Евгеньевич. Роман Геннадьевич, вам тот же вопрос. Вам тот же вопрос. Какие, может быть, это простые советы нашим предпринимателям, которые нас сегодня слушают, которые посмотрят потом в записи нашу сессию, какие первые шаги, может, сделать нужно, на что обратить внимание в креативных индустриях? Может, какой-то конкретный... Обращу внимание на ту систему поддержки в целом, которая создана, неважно, там, субъект МСП, либо НКО, созданная в России в целом, и в регионах в частности. Вот они сейчас созданы и формируется такое пространство, что первое, что надо сделать, это прийти, ну, то есть не придумывать велосипед, а прийти в, ну, там, фонд поддержки, в институт, в корпорацию и проконсультироваться просто. Потому что сейчас этот уровень профессионализма в таких фондах, он достаточно высокий, и каждый знает, как применять те или иные инструменты и меры. Вот, то есть, у меня есть идея, надо прийти в фонд, надо проконсультироваться, это первое. Ну и второе, конечно, это учиться. Вот эти софт-скиллы, которые на сегодняшний день, они преобладают для предпринимателя, впереди очень важно иметь продавать, уметь считать, финансово быть грамотным. Это важно, ну, вот, быть самому директором чтобы, своей компании, чтобы можно было там внутри разобраться. Поэтому первое, что надо сделать, это прийти на консультацию. Дальше тебя, ну, по крайней мере, за те институты развития, которые мы знаем, с кем мы общаемся, с другими регионами, я думаю, что мы на порядок подняли вот эту всю инфраструктуру поддержки как малого бизнеса, так и некоммерческого сектора в целом. Не изобретать велосипед, а идти за советом к профессионалам. Аплодисменты ваши, друзья. Михаил Викторович, тот же вопрос к вам, пожалуйста. Вот чтобы вы... Микрофон. Так, ну, в общем, я как бы, когда вот в конце должен был сказать, у меня слайд там был готов, мы готовы наш опыт тиражировать, да, то есть мы готовы сейчас, готовый проект упакованный, и можем уже говорить, что в Дальнем Востоке, да, то есть могут уже пользоваться нашими как бы
разработкой, да, скажем. Вот. То есть ваш совет – пользоваться вашими разработками. Ну, все, ну да. Понятно, все. Крепкие хозяйства, какие еще могут быть советы? Приходите к нам, пользуйтесь нашими разработками. Спасибо, спасибо огромное вам. Афанасий Афанасьевич. Если обращаться к предпринимателям, которые нас смотрят, слушают, то мой первый совет – это как можно скорее начать общаться с заказчиком потенциальным. Потому что многие предприниматели, особенно это относится к айтишникам, стартаперам, они думают, что им пришла какая-то супер гениальная идея, начинают делать какой-то продукт, ни с кем не общаясь. Я сам был таким, к сожалению, или к счастью, но вот этот опыт у меня есть. Когда ты там пишешь код, что делаешь, интерфейс, все там, и просто ни с кем не общаешься, где-то в своем вымышленном мире живешь, типа за 5 минут там до успеха, условно, когда постоянно находишься, а потом оказывается, что это никому не нужно. И поэтому как можно скорее нужно понять, а вообще есть ли у этого продукта какая-то ниша, возможно ли на этом заработать какие-то деньги. И второй совет, наверное, нужно все-таки постараться найти хорошего партнера, потому что бизнес – это очень такая сложная дорога, особенно стартап. Это не сиюминутный успех, вот Цукерберг всех немножко совратил. Тот человек, который, если представить, что связка ключей лежала, первый ключ поднял, сразу у него дверь открылась. На самом деле этот процесс, когда ты подбираешь этот ключ, там ключ за ключом, ключ за ключом. И поэтому это долгий процесс, это не один год, не два. Там, это в среднем успешный стартап, чтобы ему там до чего-то дойти, или продаться, или выйти на IPO, или еще что-нибудь, это 10 лет. Поэтому, когда есть хорошие сооснователи, когда один находится внизу на эмоциональном уровне, другой находится наверху, друг друга балансируют. Поэтому вот это одна из таких очень важных вещей. Даже многие фонды крупные, они не финансируют проекты, где один основатель. То есть они понимают, что такие проекты, либо где слишком много основателей, там понятно, что если 4 и более человек, скорее всего, будет корпоративный конфликт рано или поздно. Поэтому нужно постараться найти того партнера. Ну, так по сути же, как отношения. А бизнес – это ваш ребенок. То есть насколько ты доверяешь этому человеку, сможешь ли ты вместе с ним вообще там и в огонь, и в воду, как говорится. То есть два совета. Как можно скорее начать общаться с заказчиком, второе – найти хорошего партнера. Отдельное вам огромное спасибо за этот совет. Не жить в вымышленном мире, а спросить у людей-то, а вам это нужно? И вообще, кому это будет нужно, а не придумывать себе воздушные замки? Спасибо огромное. Михаил, тот же вопрос к вам. Да, действительно, вот во всем многообразии и мер поддержек, и источников финансирования очень важно понять, какого рода деньги, инвестиции я бы хотел видеть в своей компании. И зачастую предприниматель, ну, я вот работаю с IT-сферой, вот у них есть идея, и мы хотим пополнить оборотку, мы хотим платить зарплату, дайте нам деньги, мы вот что-нибудь придумаем через год, все будет точно нормально. Нет, надо действительно смотреть чуть дальше, действительно понимать, кому ваш продукт понадобится, и, может быть, действительно вам частные деньги найти, или же партнера там, в виде бизнес-ангела, или действительно не брать партнера, а подойти к всевозможным фондам. Сейчас действительно их много и региональных, и федеральных. То есть вот об этом надо думать. То есть какую структуру капитала чуть-чуть вот в будущее смотреть и понимать, действительно правильно говорят коллеги, не будет ли у меня корпоративного конфликта, не разойдемся ли мы в понимании, как бизнес дальше развивать. Действительно, иногда проще взять деньги государства, которое не претендует на твой продукт ни на что. То есть ты должен отчитаться, показать финансовую дисциплину. Ну, при существующих методах управления бизнесом, ну, это не так сложно. Поэтому вот всех призываю еще раз пользоваться всеми возможными мерами поддержки, которые есть. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное вам. Подытоживая, что сказать, что рынок сейчас привлекательный, поляна расчищается, есть чем заниматься и где заниматься, есть государственная поддержка. То есть нужно, как правильно наши спикеры заметили, нужно идти и делать. И идти не просто непонятно куда, и прийти сперва за советом к профессионалам и развиваться, и развиваться. Друзья, нашу пленарную сессию «Дальний Восток. Курс на креативную экономику. Новые возможности для личного роста» объявляю закрытой под ваши бурные аплодисменты. Далее у нас не менее интересная тема про метавселенные. И science art – это просто вообще что-то уже, что приходится постоянно искать в Яндексе и так далее. Поэтому, друзья, еще раз под ваши аплодисменты. Никуда не расходитесь, буквально через 5 минут начинаем. Сейчас подготовим и будем работать. Спасибо. Благодарим спикеров за детальный...